На этой неделе сотрудники госавтоинспекции зафиксировали 4 дорожно-транспортных происшествия. Одно из них произошло на улице Московская. Водитель «Дацун» при выезде на главную дорогу не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. В результате ДТП водитель автомашины «Дацун» получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы и переломы 12-го ребра слева. После осмотра врачом был отпущен домой. Спустя несколько дней на этом же месте произошло хулиганство. Виновником стал молодой человек, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Гражданка ехала на свой сигнал светофора, то есть на зеленый. Двое молодых людей переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Девушка посигналила, молодой человек повредил ее автомашину, пнув ее ногой. Саровчанин лишился 220 тысяч рублей. Мужчина отдыхал в компании малознакомых людей. Когда закончились горячительные напитки, то он, не задумываясь, передал свою кредитную карточку новому знакомому, чтобы тот сходил в магазин. Через несколько дней мужчина обнаружил, что денежных средств на его счету нет. Денежные средства были списаны 2 транзакциями, 100 и 120 тысяч. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к данному деянию причастен 35-летний житель Сарова, ранее судимый. Как оказалось, мужчина не раз совершал подобные преступления и ранее уже был судим. Сейчас он находится под стражей. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.